Так, вот это уже клиентский, ну вот ободранный, вот ваш. Ну, как бы ситуация аналогичная, видите. Если смотреть, вот вин. Вин поменяете, я думаю, проблем у вас не возникнет. Если умеете. Если, короче, проблемы возникнут с пропиской, ну, каталожные, но здесь либо через завод, через файл, этого, как это называется-то, файл конфигурации, новой конфигурации, либо мне VDF-ник пришлете, я вам сконфигурирую его под этот блок, под этот каталожник. Под этот вин. Ну, а и под тот вин родной. Но здесь, видите, здесь все одинаковое. Они клоны. Один в один. Евро четвертая. Одна прошива у меня только влезла. Одна единственная. Все остальные вообще ни в какую. Ну, короче, вот так.